В Самарской области завод «Аком» выпустил 20-миллионную по счету аккумуляторную батарею. Благодаря предприятию в регионе производится треть всех аккумуляторов страны. Каждый второй автомобиль, произведенный в России, сходит с конвейера на «Жигулевском аккумуляторе». В честь производственного юбилея компания запустила региональный бренд «Жигулевский аккумулятор». Подробности далее. Общая доля поставок компании «Аком» на конвейеры автозаводов страны превышает 50%. Доля в общероссийском экспорте аккумуляторов – 70%. Экспорт идет как в страны СНГ, так и Юго-Восточной и Западной Европы. Благодаря инновационным технологиям и самому современному оборудованию можно уверенно сказать – продукция завода – это качество на уровне зарубежных аналогов. Была задача поставлена – глобальная компания, глобальный бренд. Что такое глобальная компания с точки зрения количества? Это порядка 5-6 миллионов в год. То есть, когда мы говорим о 5 миллионах и мощности 3,5 миллиона в год, то мы уже по многим параметрам приблизились к уровню глобальной компании. Предприятие запускает новый бренд – «Жигулевский аккумулятор». Тем самым начинают акцию, которая направлена на защиту местной экологии. Отчисление с каждой реализованной АКБ компания будет направлять в фонд национального парка «Самарская Лука». Также предприятие участвует во многих национальных проектах, в том числе повышение производительности труда и поддержка занятости. Сегодня пример компании с точки зрения производительности труда. Ну, вдумайте в цифру, больше 10 миллионов рублей на человека в год – это выработка. При том, что у нас в регионе есть компании, у которых миллион выработка есть на человека. Процесс производства в автоматическом режиме. Основная роль человека – его мониторинг. Самое главное, заметил, что происходит процесс управления. Теперь создан специально в цеху информационный центр, который позволяет более оперативно руководству принимать те или иные управленческие решения и, более того, вовлекать коллектив в принятие управленческих решений. На внеочередном расширенном заседании Жигулевской гордумы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил большой вклад компании в развитие региона. Знаменательное событие сегодня у «Акома». Очередной рубеж производства компании, одной из ведущих компаний города Жигулевска. На территории завода была открыта аллея славы. На ней собраны главные достижения компании за 16-летнюю историю. В планах у компании увеличение производства до 6 миллионов аккумуляторов в год и развитие новых направлений, таких как производство промышленных аккумуляторов. Владимир Маркин, Никита Плотников, Андрей Костомаха. Новости губернии. Тольятти.